Друзья, ну что ж, я снова на блошином рынке, и вот теперь я могу уже точно вам сказать, что этот замечательный букет — ручная роспись. Не просто с подрисовкой, как я думала, именно ручная роспись. Ручная роспись, вот все видны. И стоит он? Стоит он? Ну, если не подорожает, то да... До следующего рынка. Сколько стоит? 7 000. Очень красиво. Да, очень. Даже вот эти вот нюансы на листиках. Да, у меня, кстати, все про него стали спрашивать. А я почему-то, я вот быстро проскочила, я написала, что с подрисовкой. Ну, в общем, теперь понятно. Все, спасибо большое. А вот эти ваши фигурки у вас появились? Это вот Италия, это такие подсвечники, майолика. Италия, 70-е годы, клеймо, все. Ну, не Капо де Монте. Не Капо де Монте, нет. Это Италия. Потому что они также прекрасны, но я только знаю, лично я знаю. Я знаю Капо де Монте. Нет. Ну, в Италии все в то время делали. Ну, хорошо, так проработано. Да, посмотрите. Единственное, конечно, выражение лица может быть, но, очевидно, какие-то вот горцы вот такие получились. Ну, да. Брутальный мужчина. Да, да, вот он какие-то, у него рыболовные снасти, а у девушки свинома. Ну, у вас много появилось новых вещей. Хорошо. Вот этот штоф тоже такой, прямо вот мужчина с барашком под мышкой, это тоже прекрасен. Такой интерьерная вещь и функциональная. А яичко сколько у вас? 1200 можно, как бы уже, да, чтобы было... А для шампанского вот эти вот сколько стоят? Их вообще у нас 6 просто выставленных, 3000 штук. Здесь очень старые, еще 60-е годы, 70-е, и вот так щедро золото они сейчас уже давно не делают, это вот сусальное золото, прям прекрасно. И еще Чехословакия, Академия. Чех-Репаблика, Чехословакия. Ну, это для замануть еще мурановские конфеты. А что оно? Ну, с хрустальным. Давай, они такие. Оно наше, это вот видите, вот это же резочка. Мы с вами опять перестегнули. Но я уже в шляпе. Я не вижу. Поздравляю. А я сюда, и ничего. Да. Ну, вот. Знаете, и идет, и стильно. Ну, ой, ваш. Спасибо. Вы для 70 лет, что надо себе. Я говорю, очень стильно смотрится. Да. Спасибо. Да, мне нравится. Боже мой, слоновая кость, боже мой, рельеф, золото, ну это камни, по-моему, да, или это просто, это камни или нарисовано, камни, ну это вообще роскошь, посмотрите, какая роскошь, у кого такой стиль дома, ну это потрясающе просто. А вот еще тоже изумительная вещь. А вот этот чайник, это кто вот такой красивый с цветами? Капо де Монте, но так и подумала. Как он любит это все. Посмотрите, какая красота. Ой. Да. Друзья, все
сюда приходить только для... музей. Главное, что музейные вещи здесь можно купить. Сапа. Из той же серии. Боже мой, а это маленькие рыбки, для чего они? В последнее время я увлеклась Востоком. Меня пленяет искусство Японии, Китая, Вьетнама. Круассаны замечательные. Ой, какой круассаны, ребята, посмотрите. И на молочном стекле такой рисунок. Потрясающе. А вот блюдо. Изумительный зеленый цвет, огромное блюдо. Украшение всего, но оно очень большое. 40 сантиметров, друзья. Какая же здесь ваза. Друзья, и сразу вам показываю, это авторские вещи. Посмотрите, какие огромные серьги. Я представляю, как они... Ну, они легкие, наверное, да? Легкие все-таки на ушах, да. Это не серьги, это кулоны. И сколько такая прелесть стоит? Значит, смотрите, кулоны большие, такие вот 2000, такой 1800, гривны 1000. А покажите мне гривна, она какая? Гривна какая? Двух видов. Может быть, так? Угу. Может быть, разрезная. Угу. Которая держится именно за счет... И все тысячи. Да. Да. Такое 1800. И кольцо такое тоже 1800. Интересные украшения у вас, очень интересные. Вот эти вот тоже какие-то прям. Да. А вот смотрите, какой браслет большой. Сказка. В последнее время я увлеклась Востоком. Меня пленяет искусство Японии, Китая, Вьетнама. Тоже вы сами, да, делали? Что вы сказали? Сами? Нет, это честный скандинавский голубь. А, скандинавский. Скорее всего, шведский. И подсвечника, смотрю, у вас есть. Но у вас много интересных вещей. И одежда ваша, да? Нас, кстати, учат из винтажных галстуков делать женщине украшения. Да, это вот по юбках также. А некоторые приносят.
А вас можно снять? Ну, если желаете, пожалуйста. Очень приятно. Это вот как раз можно обращаться к этому владельцу, как бы антиквар. Здесь его вот эти вот замечательные вещи. Зовут вас... Неофициально мы называемся «Квадратный метр Литвы». У нас, конечно, не только Литвы. «Квадратный метр Литвы». Ну, не только, Литвы. А у нас много вещей. А зовут вас... Андрей. Андрей. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, маки какие. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши лайки и за комментарии. Мы с вами прощаемся, но очень скоро мы увидимся на блошином рынке, сделанном в СССР. А я предлагаю вам посмотреть лекцию коллекционера и дизайнера Ольги Огненко «Веселые картинки из истории головных уборов».